В новой экспозиции около двух десятков картин. Все они были написаны художником всего за 3 месяца. Стиль Игоря Винского живой, экспрессивный, и эта выставка не стала исключением. Главный герой полотен – море и чувства. То, что вызывает у художника радостное волнение. Нах, он езжу почти каждый день. Да. Малый охот, небольшой, а малый. Там хорошее место, и мне там очень нравится. Я приезжаю туда часов с 8, вот, и до вечера могу писать со своими учениками. Кстати, у юных участников выставки будет возможность написать собственную картину. Для этого прямо в выставочном зале начинающих художников ждут мольберты и холсты. Выставка Игоря Винского «Волнение» будет работать в фойе Зимнего театра до 9 октября. А сразу после ее закрытия художник обещает удивить своих поклонников новыми работами.